Баскетбол любим миллионами не только за скрип кроссовок о паркет, но и за огромный вклад в моду. Законодателями баскетбольного стиля смело считается компания Nike и звезда большого спорта Майкл Джордан. Расцветки формы были в основном белые и черные. Джордан со своими первыми кроссовками красно-черного цвета произвел революцию в NBA. Он, чтобы вы понимали, он носил свои кроссовки на каждую игру и платил за каждую игру штраф в сумме $5000 за то, что носит кроссовки не по дресс-коду. Но, кажется, это того стоило. Если заглянуть в баскетбольный уголок спортмагазина, множество толстовок, маек, футболок именно красно-черного цвета. На брендах Nike и Jordan история не заканчивается. В борьбе за модное влияние участие принимают Converse, Adidas, Reebok, Puma, Fila и многие другие молодые производители. Баскетбольную обувь отличает особый комфорт и воздухопроницаемость, что делает ее популярной даже в странах с жарким климатом. А баскетбольные майки, бомберы, свитшоты в стиле оверсайз быстро стали частью хип-хоп-культуры. Из рэперов их не носил только ленивый. Баскетбольная одежда цепляет именно своей простотой, удобством, легкостью носки. Такая одежда вряд ли подойдет офисным работникам, но для уличной моды это одно из лучших направлений. Майки и футболки в баскетбольном стиле удачно сочетаются со свободными шортами или рваными джинсами. Такой наряд не создаст дискомфорт в жару. Вещи из баскетшопа – это унисекс. Девушки смело могут комбинировать объемные трикотажные вещи с леггинсами и скини. Образ в этом случае получается спортивный, но при этом женственный. Завершить ансамбль помогут модные аксессуары. Повязка на голову – это красиво и практично. Бейсболка со спортивной символикой, рюкзак или сумка – возможность ярко выглядеть активному горожанину. В целом, каждая баскетбольная вещица такая же красивая и легкая, как сама игра.